Всем привет! Давайте еще разберем ZBrush. Стал у меня вопрос, когда лепишь, очень глаза напрягаются вот от черного цвета. Фон-то я сделал посветлее, вроде получше стало. И задался вопросом, смотрел видео, и разные были вот эти вот ZBrush по цвету. Думаю, где же это все дело искать. И вот посмотрел видео, там мужик объясняет хорошо, что, как, где. Решил вам тоже это дело рассказать. Найдете вы это видео, попадете, нет. Давайте приступим. Вот такая у нас фишка сейчас есть. Ее можно поменять, значит, вот этими кнопками двумя. Это вот вы выбираете внешний вид, как лепить, делать. Допустим, вы что-то просматриваете или делаете, чтобы не мешались кнопки. Вот так это дело можно менять. Вот такие фишки делать. Вот так. Вот эти две кнопки меняют цветовую гамму нашего интерфейса. Давайте вот так вот нажмем. Вот видите, как цвета меняются. И вот мы, вот это вот помягче будет, глазу приятно вроде. Вот я, допустим, захотел вот это все дело оставить. Захожу в документы. Вот есть здесь вот такие вот Save As, Export, Import, Export, Save As, Startup, Doc, новый документ. Вот можно нажать новый документ. И Save As, сохранить его. Вот мы его сохранили. Теперь, допустим, мы решили поменять кнопки, вот эти вот цвета. Находим Preference кнопку, находим и Colors. Вот у нас тут все высвечивается, вот такая длинная фишка. Вот они, наши кнопки. Можем нажать на кнопку, допустим. Вот здесь выберем цвет. Вот здесь вот. Опять преференс нажимаем, жмем на нее. Вот кнопка у нас посинела. Вот такая фишка у нас получается. Теперь, допустим, вот это дело надо сделать светлее тон нашего рабочего, так сказать, полотна. Открываем Brush. Сейчас. Нет, вот открываем Color и вот этим, так, пардонте, а вот открываем опять документ и вот этим вот полоском, вот у нас стоит баг черный, можно выбрать синий, можно выбрать, допустим, вот такой цвет, вот так вот. И вот мы им регулируем темноту, контрастность, ротация. Вот так вот дело у нас выходит. Можно темнее, светлее. Вот, допустим, мы все это сделали, нас это устраивает, да? И как теперь ее сохранить? То, что тут мы документ сохранили, это еще, так сказать, не высветится вот это все при загрузке, будет стандартная черная, как программа наша выглядеть. Опять открываем преференс, есть кнопка конфигурация, и вот жмем вот это вот store config, Ctrl плюс Shift плюс I, сочетание клавиш. Вот мы ее нажимаем, вот эта фишка у нас высветилась.
жмем ОК. Все, теперь давайте закроем это дело. И теперь опять откроем. Вот у нас теперь сохраненная вышла программа, как мы ее настроили. Все классно, необычно. Давайте теперь разберем, как, если вам это дело надоело, и вы хотите к стандартным прийти, короче, знаменателями, как было. Давайте опять откроем преференс, опять конфигурацию и нажмем. Так, вот эту, по-моему, кнопку. Вот, да, стандарт. Restore, стандарт жмем. Вот мы вернулись к ней. Опять же, также преференс жмем. Вот, возвращаемся к другой нашей настройке. Это вот две кнопки. Вот эти вот. Restore custom и restore стандарт. Можно загрузить свою, сохранить. Вот здесь кнопки тоже. Так, остальные я потом еще расскажу. Ну, в принципе, все. Всем до свидания.